С тех пор, как индустрия красоты предложила девушкам возможности наращивания ресниц, у этой услуги появилась сразу масса поклонниц, а вместе с тем и необходимость в хороших мастерах. С некоторых пор в разных городах мира проходят конкурсы по наращиванию и моделированию. Один из них под названием «Beautylicious» недавно состоялся в Челябинске. Проходит уже в 6-й раз. И в этом году у нас мероприятие поистине грандиозно, в таком замечательном отеле, суперплощадка. Участники со всех городов России, зарубежья, из Казахстана. Каждый год мы стараемся сделать для мастеров более комфортные условия. Мы придумываем новые номинации. Например, в этом году было несколько новых номинаций. Это микроблейдинг, это номинация декор. Кое-что вы уже видели, это интересные образы. Фантазийное направление конкурса было посвящено теме комиксов Marvel и DC. Помимо мастера наращивания ресниц, в создании этих образов участвовала целая команда, включая гримера и дизайнера костюма. «Ядовитый плющ» — это из старого фильма, мы решили окунуться немножко в давние времена, и это 97-го года фильм, такая роковая женщина. Это из «Люди Икс», «Зверь», идея пришла моему мужу, он у меня идейный вдохновитель на самом деле в семье. Мы взяли именно этот образ, потому что он колоритный, при этом сдержанный, то есть я люблю максимально сдержанно и, так скажем, страшно. Харли, она мне близка как герой, она очень интересная, она... У нее очень глубокий внутренний мир, она двусторонняя личность, поэтому ее можно очень долго изучать. Работа мастера-лэшмейкера тонкая и кропотливая, но несмотря на это, в профессию попадают люди с большим творческим потенциалом. И прошедший конкурс «Beautylicious» тому яркое доказательство.